Привет, друзья, с вами Майми, и вы можете заметить, что все стало немножко крупнее. В общем, в террарии от разрешения изменяется то, насколько много всего видно на экране, и поэтому, если я понижаю разрешение, то становится всего меньше видно на экране, но все становится крупнее. В общем, я хотел просто ради теста так одну серию, наверное, записать, или не одну, в общем. Если я не забуду, я оставлю в описании видео опрос, как лучше, так или как было. Все, и я так и не рассортировал все, что у меня было. Потому что я забыл, ну хрен с ним, сейчас разберемся. Крюк у меня рубиновый, мне уже не нужен. У меня уже есть лучший крюк. А, что еще я нашел? Золото. Сюда. Эти фиговины, у меня их вроде несколько было посохов. Рог свинья нужна, и посмотреть, что в ней. Ну, Strange Plant можно сразу отдать. А семена всякие я потом перевожу. Окей. Что-нибудь полезное я нашел. Глаза, чтобы засуманить босса. Но это пока что мне не нужно. Анклет — это скорость бега. Еще и 4% крит шанс. Это относительно неплохо. 4 чего-то на этих тринкетах, аксессорах. Это максимум, что там может быть, по сути. То есть это максимальный модификатор крит шанса, но крит шанс сам по себе не такой уж хороший. Урон немножко ценнее, дефенс вообще круто. Ладно, что мне не нужно? Мне не нужны одни, по крайней мере, вот эти вот хреновины. Мне не нужен этот крюк. И остальное, бумеранги, целая куча. Они мне в принципе не нужны. Что еще? Серебро всякое, глубиномер. Там заяц какой-то сдох. Окей. Бывает, еще один бумеранг. Этот посох один мне надо оставить. У меня, по-моему, их было два. Как минимум. Ну, сейчас разберемся. Так, дай мне интересную краску. Отражающая золотая и кислотная синяя. Как это выглядит? Так, черт. Ее нельзя заменять. И это выглядит по-наркомански. Как насчет... Где она? Золотой? Это выглядит тоже слегка по-наркомански. А, пусть будет синяя кислотная. Я не против. Также можно красить всякие вещи, типа... Вот это вот моего шарика, летающего за мной, и всякой прочей фигни. Крюка. Золотой крюк теперь сойдет. Ладно. А, когти для того, чтобы забираться по стенам, они мне сейчас не нужны. У меня сейчас... Все, в принципе, занято чем-то более сильным. Хотя, с другой стороны, радар я могу сюда выложить, а поставить когти на урон, например. Или на мувспид. Лучше даже. Дальше бутылки все сюда я свожу. Потому что с собой они мне не нужны пока что. Бутылка гравитации — это полезно. Можно будет поискать летающие острова, но потом. Это я тоже сюда свожу. Это я, по-моему, уже говорил. Сумка с травой со всякой. Ее, если использовать, то из нее выспится несколько... растений, но мне пока что растения в принципе не нужны, так что сумка эта мне тоже не особенно нужна, не особенно интересна. То есть она, когда сумка, она меньше места занимает в инвентаре. Так. Сюда грязь. Вообще, квикстаком. Как можно больше всего запрятать по всем разным, по всяким разным местам. Recall поушены у меня есть. Я сюда, пожалуй, в сундук с рудой свожу джунглевую хрень, потому что из нее тоже крафтится всякое оружие и прочие подобные вещи. Гранит в камень. Свинья залутать все. Положить обратно 50 золота. Я могу купить миниган, но он мне совершенно не нужен сейчас. Так. Семена сюда. Мунглоу сюда. Еще семена сюда. Почему они не завтра стакались? Потому что я слишком далеко был, очевидно. А дерево не стакается почему-то. Наверное, потому что оно у меня все с собой было. Еще одни. Окей, две штуки можно продать. Эту и эту, правильно, да. Шляпа в принципе не особенно нужна. Она, наверное, получше моей по виду. Но все равно. Статуя гоблин тоже не особенно нужна. Точильную хреновину я поставлю. При ее использовании я получаю баф, что мое милишное оружие, всякие мечи, топоры и прочее, не лазер. Лазер — это не милишное оружие. В общем, они игнорируют сколько-то брони.
Зомби, зачем ты сюда пришел? Ты тут не должен спавниться. Ладно, так, один посох мне можно продать. И остальное все у меня вроде бы... Все как нужно. Один радар мне можно продать. Нет, 4 дамага, это 3 дамага. 3 дамага стоит продать, наверное. 4 дамага, возможно, стоит оставить. Баннер Итера, окей. Это я оставлю. Вот сюда. Глубиномер и радар я оставлю в инвентаре. По-моему, они работают, даже если их сюда вот засунуть. Это социальные слоты, то есть то, что на мне видно. И нет, надо же, они так не работают. То есть из инвентаря работают, из этих слотов нет. Окей, печаль. Придется инвентарь занимать этой хренью. А сундуки я куда-нибудь сюда скину. Пока что расставлять мне их не хочется. Хрень для рыбалки я сюда скину. И остальное должно автостаком. А, почти. Семена джунгли травы. Еще прочая фигня. Посох этот я сюда же свожу. Блин, забилось уже все полностью. Это сюда, это тоже сюда. Статуя гоблина сюда. Ну и все остальное. Так, вот лифт туда. И баннер можно повесить куда-нибудь. Он здесь не поможет, потому что здесь не спавнится итеры. Но все-таки. И флейрган я продам, мне он не нравится просто. И флейер от него я тоже продам. Окей. Инвентарь немножко расчистил. Что дальше? Дальше выложить обратно золото. Забрать свинью. И что я хочу сделать? Я бы, наверное, хотел немножко попробовать порыбачить. Есть ли у меня чем порыбачить? По-моему, нет. Ну, я могу скрафтить чем порыбачить. Мне нужно всего лишь дерево, насколько я помню. На... Стоп, а металлическая желудочка была? Да, вот, на нее даже дерево не нужно. На нее нужен просто металл. Окей, сюда ее куда-нибудь. Теперь всякая... Это ересь. Соберу все подряд. Пофиг. И теперь мне нужно найти какое-нибудь большое количество воды, чтобы там рыбачить. Океан подойдет, наверное. Также у меня есть рыбак, который выдает мне квесты. Он меня попросит где-то, да, выкопать пчелотунца, который плавает в меду. Меда у меня нигде нет, в котором я мог бы рыбачить, так что обойдется без квеста. За квесты он потом... В общем, за один день нужно выловить то, что он просит, и после этого он мне что-нибудь даст за это. В основном что-нибудь, что помогает рыбачить. Ну ладно, я пойду в сторону океана. И немножко займусь рыбалкой. Как раз пока я дойду, будет день. Ночью, по-моему... Там вообще много разных модификаторов, которые влияют на то, насколько хорошо или плохо рыба ловится и не рыба. Размер озера — это одна вещь. Время дня — это еще одна вещь. Сила наживки и прочая фигня. То есть, скажем, это озеро, оно достаточно большое было бы, если бы я его не заделал. И здесь я мог бы что-нибудь поймать, но чем больше... Озеро тем, в принципе, лучше. И также размер считается довольно-таки по-наркомански, потому что он считается так, как будто... Короче, считается только самый верхний слой, и потом от него вниз. То есть, если у меня здесь все заделано, то у меня сейчас это озеро считается глубиной, точнее, размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 клеток. В общем, оно берет поверхность, и от поверхности ровно вниз считает. Так что если я вот так вот продырявлю, то оно станет там в 3 раза больше, чем оно было до этого считаться. И вот этот вот кусочек, который сбоку, от которого нет ровно вверх поверхности, он никогда не будет считаться частью этого озера для рыбалки. Окей, теперь туда зомби падают. Удобно. Немножко факелов расставлю. Чтобы не так темно было бегать. И, в общем, минимальный размер озера, в котором можно что-нибудь выловить, это 50 блоков. А тот размер, на котором перестает что-то прибавляться от размера, то есть максимальный, по сути, размер, который на что-то влияет, это 300 блоков. И также в зависимости от биома, где я копаю, то есть там в ледяном озере будет другая рыба и другие предметы выкапываться, чем в, там, в океане или в обычном озере или еще где-нибудь. В общем, от этого еще все зависит. Ну, блин.
Я все-таки заморозил слегка. Вот тут вот можно было бы немножко порыбачить, хотя здесь, скорее всего, слишком маленькое озеро. То есть оно 50-то там есть, наверное. Но оно недостаточно большое, чтобы в полную силу рыбачить. И также время... Ау. Время дня тоже на это как-то влияет, хотя я не уверен, как именно. То есть там какие-то... В зависимости от текущего времени, какие-то модификаторы есть. Типа там ночью сложнее, в середине дня проще ловить и все там подобное. Окей. Как все изменилось? Когда-то там пару серий назад я здесь очень быстро умирал. И мне приходилось убегать от всего, а теперь я могу массово... Ну, хотя все равно я довольно быстро умираю, если они меня дамажат. Но все-таки я более-менее могу от них отбиваться. Окей. Наверное, либо в этой серии, либо в следующей я сражусь с первым боссом. Ну, если само ничего не заспавнится раньше. Хотя раньше, чем в этой серии, вряд ли что-то заспавнится. И первым боссом будет, наверное, глаз. Есть еще, конечно, King Slime. Но его я не хочу сумонить руками. Если сам придет, тогда да. Хотя, с другой стороны, какая разница? Он сам приходит вместе с огромной кучей разных других слаймов, и там очень большой шанс получить пинки. Но я его уже два раза убивал, так что мне он особенно не нужен. Я уже получил все с него, что мне было нужно. Конкретно некоторое небольшое количество розовых блоков. Не блоков, а розовой слизи. Так что я могу кинг с вами засумонить, и с него там пара ништяков падает. И чтобы его засумонить, нужно всего лишь корону из золота или платины. Плюс... А что там еще нужно? Кучу слизи. И демонический алтарь, чтобы скрафтить сумонилку его. Тут остатки метеорита. Который уже ничего не спавнит, и который я собирать не хочу, потому что, собственно, зачем? Там копейки, а у меня и так его слишком много. Его настолько много, что я могу из него себе дом построить. И у меня все равно останется. Ну, может, не останется, но все-таки. Ладно. Уже скоро утро. Подсолнухи, кстати, вот такие вот, они дают баф на скорость бега вокруг себя, и они уменьшают спавны монстров, так что я немножко их с собой заберу и расставлю вокруг своего старта, чтобы скорость бега повышать и, соответственно, спавны понижать. Окей. Опс. Темно, конечно, ночью. Но что поделать. Тут есть разные настройки освещения, и в какой-то, возможно, будет менее темно. Но это, по-моему, самое нормальное. То есть, как их там F9 переключать? Так хуже. Так по-наркомански тоже хуже. Так, тоже не супер. О, гоблины пришли. Окей. Тогда рыбалка отменяется, наверное. Потому что они не дадут. Ну, хотя, если я там успею что-нибудь поймать до того, как они придут. Потому что сейчас три раза должно быть это сообщение. До того, как они, собственно, придут. Правда, я еще до океана не дошел. Это немножко мешает в этом плане. Ну да ладно. Когда гоблины появятся, я просто телепортируюсь обратно на базу на свою. Океан, естественно, достаточно большой, чтобы в нем рыбачить. Ну, это один гоблин, но это не вторжение пока еще. У, акула. Акула, иди сюда. Я здесь. Из них что-то полезное дропалось. Что именно, я не помню. Ну, плавники. Но зачем они нужны, я не помню, я имею в виду. Ладно, в общем, как рыбачить? Я кидаю эту хреновину, и когда она начнет дергаться... Черт, гоблины пришли. Когда она начнет дергаться, я нажимаю еще раз и получаю либо рыбу, либо какой-то предмет, либо ящик.
Пока что рыбу. С рыбой, в принципе, ничего сделать нельзя так просто, но ее можно скрафтить в вареную рыбу и потом есть, и она дает всякие бонусы. Если я стою в воде, то у меня ничего ловиться не будет. Неважно, как именно я стою в воде. То есть, если я даже вот так вот встану, то я уже ничего не смогу поймать. Но кроме этого, я могу быть в воздухе, я могу быть там подвешен к потолку на крюке. Я могу быть еще где-то. Неважно. Рыба будет ловиться. Ну, иногда вот такая вот фигня происходит. Краб, не иди ко мне, я тебя боюсь. Хотя он, по-моему, сюда не сможет подняться. Ну, сейчас узнаем. Нет, он сюда определенно сможет подняться. Гоблины пришли, но не пришли, но это потому, что они пришли на мой спавн, а не сюда. Так что я все еще немножко могу пробачить. Да, блин. Хватит ломаться. Я хочу ящик. Ящики полезны. Есть бутылка, которая позволяет больше ящиков ловить. Но ее хрен сделаешь. И ящики, его я открываю, получаю из него там немножко денег, немножко всяких разных руд и предметов. И ящики стоит копить до хардмода, потому что в хардмоде они хардмодовские руды будут давать. О, какая-то красная рыба. Она, скорее всего, для чего-то более интересного нужна. Для каких-то бутылок, например. Ну, конкретных бутылок. Или еще чего-то. При этом, кстати, наживка не каждый раз тратится. То есть у меня вот сейчас 25. И... сейчас у меня все еще 25, хотя я креветку поймал. Поймать удочкой креветку, это, по-моему, не совсем нормально. Хотя не знаю, я не разбираюсь в рыбалке. Окей, дайте хотя бы один сундук. Нет, не дают сундук. Ну, сейчас у меня когда останется где-нибудь так 20. Хотя, блин, у меня... о, сундук, окей. В общем, сундук. Если я по нему правой кнопкой кликну... у-у-у, рыбий меч, это оружие, очевидно. 19 миллишного урона. Это скорее не меч, а копье, конечно. Ну да ладно. В общем, если я кликну правой кнопкой по сундуку, он мне даст там... немножко всякой бесполезной фигни. Пока что немножко всякой бесполезной фигни. Если я его ткну на хардмоде после убийства босса ада, то он даст немножко другой фигни, возможно, более полезной. Крабы вы достали. Конечно, я могу сделать как-нибудь вот так. И тогда эти крабы не смогут до меня добраться. У, железный сундук, железный, более ценный, чем деревянный. В нем больше всякого, всякой фигни попадается. И здесь я могу еще золотой поймать, но золотой совсем редкий, я его ни разу не видел. Золотой, по-моему, самый ценный. Плюс в конкретных биомах я могу поймать конкретные биомовские сундуки. Там снежный, наверное. Я знаю, Corrupted сундук есть. Я знаю, есть там Crimson сундук в Crimson биоме. В общем, все такое подобное. Да, наживка вообще не тратится. Ну ладно, сейчас еще что-нибудь поймаю и свалю отсюда пока что. Потому что гоблины интереснее. Гоблинская армия, 0% зачищена, и вот они, гоблины, идут. Гоблинов 4 вида, 5 видов. Есть милишники 3 или 2 разных видов. Воины, скауты и воры, по-моему, так что 3. Есть маги и есть лучники. И они постоянно набегают откуда-то справа и слева. И мне нужно их убивать. Маги неприятнее всего, потому что они телепортируются, они стреляют сквозь стены. Лучники тоже довольно неприятны, потому что они больно стреляют и отталкивают. Все остальное до меня не доходит просто, когда у меня есть лазер. Если играть в кооперативе, то хороший вариант просто найти такую большую ровную поверхность, встать вдвоем, и один стреляет из лазера влево, другой вправо, и все. Ну, правда, под землей иногда всякие маги спавнятся. Да.
Гоблины дропают эти какие-то шипастые шары, которые являются метательным оружием и, ну, адекватным может быть метательным оружием. Я никогда их не использовал против чего-то, в общем, против чего-то, кроме самих гоблинов. Так что не знаю, насколько это эффективно. Также гоблины иногда дропают гарпун. Это дальнобойное оружие. Не супер хорошее. И, по-моему, все. Больше ничего гоблины вроде бы не должны дропать. Ну, куча денег. Куча денег — это тоже что-то полезное. В общем, если у меня есть лазер, то гоблинское вторжение очень халявное. Если у меня нет лазера, то все может быть немножко сложнее, потому что каким-нибудь мушкетом их просто не успеваешь убивать, потому что на них там нужно где-то выстрелов по 5 на каждого. А мушкет медленный. Окей. А, иди нафиг, гоблин. Заспаунился прямо подо мной. И после вторжения гоблинов, чем оно ценно? После него я смогу найти гоблина где-то в пещерах под землей. Он там время от времени рандомно спавнится. Если я его смогу найти и спасти, то он будет в моем... В общем, на моей базе поселится и будет продавать всякие ништяки, и вообще он полезен. Один из самых полезных NPC. Он умеет вот эти вот все тринкеты друг с другом склеивать и получать что-то более ценное. Ну, конкретно и с конкретными. Не все подряд, совсем подряд, конечно же. Но все-таки я смогу, например, взять два вида этих шипов и склеить их в один более крутой вид шипов. Не знаю, зачем мне это нужно, но... Пофиг. Ну, мне, в принципе, эти шипы не очень нужны. 90% уже. Гарпун так и не дропнули вроде бы. С другой стороны, он мне и не нужен. Окей. Шипастые шары, которые из них выпадают, это для меня основное их использование — это продать их и получить еще немножко денег со вторжения. Все, гоблинская армия побеждена. Осталось добить выживших. Окей, итого... Где эти шары? Вот, 160 шаров. Так, нет, не ты. Вот ты, например. Мой кактус на меч 4 серебра и 25 серебра за шары. Сойдет. Сундуки, кстати, точнее, эти ящики, их можно ставить, чтобы они инвентарь не занимали, или их можно все в сундук засунуть, естественно. Так, рыбалку я пока что сюда скину обратно. И я хочу посмотреть, что из этого всего делается. Так, что это за красная рыба? Из нее делается все то же самое, что и из обычной рыбы. Окей, то есть она просто ничем не отличается, просто красная. Да, то же самое, из креветки... Креветка, которая, в принципе, то же самое. И это туда же. То есть ничего особенно интересного я не выловил. Из этого делаются Hunter Potion. А, Mega Shark из него делается. Это более крутой вариант пулемета, который я, правда, сейчас все равно не могу сделать. Ладно, так в чем готовится вся эта рыба? Ага. Из чего делается этот котел? Я не помню. Но, видимо, не из железа. Или я что-то путаю. Так. Там, скорее всего, нужны факелы. В каком-то варианте. Или костер. Да, наверное, костер нужен. Да, здесь я этого тоже не вижу. Так, а как делался костер? Другой вопрос.
на воркбенче. Возможно, да, точно. Костер делался из дерева. Вот как он делался. Не из факелов, а из факелов и дерева. И теперь... Да, вот. Нет, он делается не из факелов тоже. Он делается просто из железа плюс... Плюс дерево безо всякого костра. В общем, этот котел можно куда-нибудь поставить. И рядом с ним я могу из рыбы делать вареную рыбу. Которая является... юзабельным предметом, который дает всякие небольшие бонусы на какое-то короткое... На какое-то длинное время, но небольшие бонусы. На 20 минут. И это я буду с собой таскать, потому что это полезно. Так. Мне не нравится вот эта вот дыра в земле, так что я, наверное, ее сейчас... Точнее, не сейчас, а попозже заделаю. Но пока что я поставлю подсолнух вот сюда. Барых, где кончается от него баф. Здесь, так что я могу еще один куда-нибудь вот сюда поставить. И они будут, если не пересекаться, то почти пересекаться. Нет, просто сплошной баф работает. Отлично. И еще один где-нибудь вот здесь. В воде он поставится? Да. Сойдет. Окей, попробовать убить глаз или не попробовать убить глаз, вот в чем вопрос. Скорее всего, мой Space Gun это не самое лучшее оружие против этого глаза. Но ничего лучше у меня нет. Костер дает реген. Что у меня из бутылок вообще есть? Iron Skin есть, Iron Skin есть. Swiftness есть. Night Owl и Shine есть. Арчери мне не поможет. Magic Power мне помог бы, но у меня его нет. Хилинг поушены. Окей. Что я могу скрафтить? Флиппер не то. Сонар не то. Билдер не то. Хантер не то. Ничего хорошего я не могу скрафтить. Реген. Окей. Рыба у меня тоже есть. Лазер у меня тоже есть. Какой-нибудь лук хороший. 11 урона. Нет, это хуже, скорее всего, чем то, что у меня есть. Да, это 20 будет суммарно урона. Этими стрелами не совсем то, что нужно было бы и что хотелось бы. А ядовитые кинжалы мне тоже не особенно помогут, наверное, хотя можно скрафтить. О, они просто из одного стингера делаются. А, это ядовитые... Ага. Это не кинжалы, а ядовитые дротики. Это другое. Кинжалы ядовитые делаются из метательных ножей и еще чего-то. Ну ладно, я попробую один раз стукнуть этого глаза. Но я не уверен, что мне хватит того, что у меня есть, учитывая, что это эксперт. Костры я еще раз ставлю. Ну, я случайно два сделал. Костры дают реген вокруг себя. Это полезно. И сюда еще один. Ночь началась. Выпить все бутылки на Б. И засуманить глаз. Глаз в первой фазе... В основном ничего не делает. Он суманит мелкие глаза и пытается меня ударить на довольно приличный урон. Блин, если бы еще зомби не спавнили с такими толпами. Но у него вторая фаза намного страшнее, когда я ему половину жизни снесу. Там даже меньше половины, по-моему. К счастью, у меня хватает двойных прыжков, чтобы его перепрыгивать. Вот вторая фаза. В второй фазе у него понижается дефенс, так что его проще дамажить. Но он начинает чарджиться. И на эксперте он начинает еще и вот так вот чарджиться, как он только что делал, очень быстро. И это довольно-таки больно. И чем у него меньше жизни, тем он чаще это делает. Также он очень любит быть под землей. Но все-таки, я думаю, я его без проблем сейчас убью. Потому что у него уже копейки жизни осталось, а я еще даже бутылку не выпил ни одну. Да, дефенса мне хватает вполне. Мне по 15 дамажит.
Также его нужно убить, пока не кончится ночь. Иначе он исчезнет. Перестань ныкаться под землей. Проще, конечно, было бы собрать арену. То есть поставить платформы над землей, чтобы он, когда вниз меня атакует, чтобы он под землю не закапывался. Но хрен с ним, я могу даже еще его пару раз убить. Бивать боссов несколько раз — это ценно, потому что у них дроп меняется немножко. Бафы у меня все еще идут. Я почему-то думал, что он будет страшнее. Наверное, потому что я очень давно не убивал его на эксперте. Ну, по крайней мере, с низкоуровневым эквипом. Я убивал его на эксперте недавно там со всяким хардмодовым эквипом, и это было намного проще, чем сейчас, естественно. Ну, в общем, я не думал, что... Ну, хотя 30 брони — это довольно много. Но я не думал, что 30 брони меня настолько хорошо будут спасать. Ау. Нокбэк немножко мешает от мелких глаз. Конкретно меня частично спасает то, что я ускоряюсь при использовании вот этой вот хреновины. Потому что это позволяет очень легко от него уворачиваться. Ну и также броня, да, броня очень помогает. Умри уже. Ненавижу его за то, что он так любит под землей быть. Окей, попал. Ну и еще разок, да. Первая фаза неприятнее второй, потому что он слишком много ереси суманит. Окей. Также я немножко боялся его убивать, потому что у меня нет ботинок. Но, опять же, меня спасает ускорение от шторма бутылки. Ну и также у меня плюс 15 скорости санклита есть. Или как он там называется. В общем, с той фиговины, которую я в джунглях нашел. Окей. Умираю уже. Большая часть боссов сумонится только ночью, и убивать их можно только ночью. То есть днем они исчезают, но не все. Конкретно следующий, как бы, босс в прогрессии, червь, он сумонится когда угодно и где угодно. Ну, не где угодно, он как раз по локации ограничен. Лол, в него звездой попало. Звезда при попадании, по-моему, 999, что ли, урон наносит. В общем, боссов она не ваншотит, но ему хватило. Окей. В общем... Они дропают такие вот сумки с сокровищами, и при открывании они дают кучу денег и еще всякой фигни. Конкретно что я получил? 7 золотых. Щит Ктулхи — это экспертный предмет, то есть он только на эксперте его дропает. Семена коррупченные, демонитовая руда и еще немножко шариков этих. Щит что делает? Во-первых, он дает 2 единички дефенса. Во-вторых, он позволяет мне 2 раза кликнуть направление и вот так вот чарджиться. И это дамажит врагов, отталкивает их и отталкивает меня. И вообще это немножко смысла имеет, но мне не нравится совершенно этот эффект, потому что я часто 2 раза быстро кликаю, чтобы слегка сдвинуться в сторону, а не чтобы уехать хрен знает куда. А маска глаза. Косметический предмет. Ну и еще там демониты, еще денег, в общем. Еще один щит. И... вординг щит. Вординг щит я вот уже эквипну. Еще 10 золота.
И еще там все то же самое. В общем, Warding Sheet — это аж плюс 6 дефенс, и это очень круто. Окей. Остальное... свожу вот сюда, пусть тут лежит. И назову его... Пусть это будет для боссовского лута. Сундук пока что. Потом будет для каждого босса, наверное, свой сундук, потому что боссов и их лута слишком много. Ну, хрен с ними. Демонитовая руда, из нее делаются демонитовые слитки, очевидно. И из демонитовых слитков делается еще всякая разная хрень, но для большей части этой хрени нужно что-нибудь еще. Хотя я могу сделать Fisher of Souls, удочку более крутую. Я могу сделать лук демонический, топор демонический, меч. И вот это вот хреновина, это йо-йо. Их я и раньше мог сделать, это новый вид оружия в 1.3. Как оно работает? Оно считается милишным оружием, но я зажимаю левую кнопку, и оно вылетает вперед и висит там, где у меня курсор, и я могу управлять этим. Оно через какое-то время исчезнет обратно. Но я могу заново кинуть, естественно. В чем плюс? Можно, например, вот так вот за угол дамажить. Можно еще что-нибудь подобное делать. Но вообще, в основном, плюс в том, что потом на хардмоде можно будет собрать офигенный тринкет, который делает это с четверенным. Их будет 4 штуки, и они вообще все нафиг убивают. Сейчас довольно бесполезный тип оружия до хардмода. Так что я его, конечно, скрафтил, но он так себе. Положу его сюда же. Это, конечно, не боссовский дроп, но все-таки. Итак, что мне еще нужно? Мне нужно вот это вот выложить. И мне нужно все бутылки выложить, потому что... Айронскины всякие я с собой таскать не хочу. Шайн можно оставить. Рыбу можно оставить, потому что ее дофига. Остальное... Я все выложу, но большую часть всего я уже потратил. Корабченные семена позволяют делать корабшн из обычной земли. Но это мне как-то сейчас не нужно, я думаю. Еще один подсолнух у меня есть. Так, квикстак всего повсюду. Сойдет. А я могу сделать еще и босса слайма и убить. Я, наверное, попытаюсь. Что мне для этого нужно? Для этого мне нужно корону. Корона делается из золота и драгоценного камня. Или просто золото, потому что сейчас я ее здесь не вижу. Видимо, золото плюс какой-нибудь драгоценный камень. Да, золото плюс рубин конкретно. Вау. Ну окей, парочку я сделаю. Ну, три. И также я мог сделать палку рубиновую, жезл магический. Но для этого нужно было больше рубинов, чем у меня сейчас осталось. Из драгоценных камней что делается? Из них делаются крюки. Из них делаются цветные факелы, которые нафиг не нужны. И из них делаются вот такие вот хреновины для мультиплеера, но это пофиг. И что еще? Всякие вот эти вот жезлы. Какой-то тип металла плюс какой-то тип камней. То есть там для изумрудного жезла нужен какой-то тип металла, которого у меня нет. Скорее всего, какая-нибудь там, не знаю, вольфрам или платина или еще что-нибудь подобное. Ну да ладно. Я выкину эту хрень. Итак, как мне засумонить слайма? Мне нужно найти демонический алтарь. Есть где-нибудь рядом? Я знаю, что у меня есть в Корабшине. Но это далековато как-то. Ладно, схожу. Не жалко. Потому что боссовские суммонилки делаются на демоническом алтаре всегда. Так, надо поставить несколько платформ, поставить в них свинью. И застакать мои 32 золотых, а то я как-то не хочу с ними никуда ходить. Сойдет. В Корабшине всегда есть демонические алтари. Влево не быстрее будет, кстати. Нет, не быстрее. И еще они просто так иногда спавнятся в разных местах. А, с вами зачем вы на меня прыгаете? Упс. Сойдет. Двойным прыжком можно избежать урона от падения, естественно. Ну и крюком в землю... Ау. Вот да. Вот этот чардж, он постоянно у меня применяется, когда он мне нафиг не нужен. Эта фиговина для краски нужна, по-моему. А, случайно прыгнул.
лишний раз. Собираю грибы, потому что грибы, ферму грибов делать особенно не получится, так что их только по меру собирать. То есть все остальные растения, большую часть остальных растений можно просто сделать горшки, посадить в них семена и выращивать. Грибы выращивать таким образом нельзя. Можно, конечно, сделать очень много обычной такой вот травы в правильной конфигурации, чтобы там грибы спавнились время от времени, но они там будут именно время от времени спавниться более-менее рандомно. Так что это не совсем то. Окей. Окей. 20 геля и корона нужна на эту хрень. Гель кончается, конечно. Ну ладно, эту фиговину можно вызывать даже днем. И на нее мне столько бафов не понадобится. Кинг Свайм. О, он прямо подо мной заспавнился, окей. В общем, он пытается прыгнуть на меня и сумонит мелких слизней. Это все, что он делает, и если я могу его перепрыгнуть, то никаких проблем у меня с ним не должно быть. Он, по-моему, становится быстрее по мере того, как я его убиваю. Но это тоже не такая уж серьезная проблема. Это, по сути, самый легкий босс в игре. Он умеет еще телепортироваться, если я окажусь где-то, куда он не может добраться. Вот так примерно. Но это ему тоже не сильно помогает. Дриада пришла в мой дом. Это она приходит после убийства одного из боссов любого. И она будет там разные вещи продавать тоже. В том числе разные полезные вещи. Он сюда сможет забраться? Забраться сможет и телепортироваться сможет. Ау. Он дамаговый, если дать ему себя коснуться. Но от него очень легко уходить. От огромных толп его слаймов немножко сложнее уходить. Еще куча денег и... еще один мешок слаймовский на этот раз. Что из него мне выпадет? Из него у меня выпадет кусок ниндзи, броня, 4 дефенса и все там подобное, 2 куска ниндзи даже. Крюк слаймовый, не особенно хороший, он... По-моему, он тройной. Да, как и Айвип, но он короче и медленнее. Солидифайр позволяет делать из геля всякую мебель и прочую хрень. И Royal гель... это хреновина, которая тринкет, и с вами становятся неагрессивными ко мне. Я еще одного засумоню. Потому что есть еще вещи, которые я хочу с него получить. Конкретно с него маунт падает иногда. Я убил 50 синих слаймов. Надо повесить их баннеры здесь где-нибудь. Сойдет. На босса это не влияет, но на его мелочь вполне должно. А, нет, я не хочу здесь быть. Забыл, что там тупик в этой пещере. В общем, таким образом можно фармить много геля, потому что его тут много падает. Ну и, в принципе, можно фармить самого слайма. Деньги с него в небольшом количестве падают, и его дропы все можно продавать. Естественно. Окей. Нет, не телепортируйся ко мне. По-моему, на его мелких слаймов влияет этот гель королевский, который делает их неагрессивными. Так что я мог бы его использовать для более простой битвы. Ну или я мог бы его не использовать, потому что это и так простая битва. Что на этот раз тоже... А, вот, седло. Это маунт. Я его эквипаю вот сюда вот, жму R и становлюсь слаймом, который очень высоко прыгает, очень быстро падает. Он падает быстрее, чем я без него.
И можно прыгать на врагах и убивать их этим. Ау, у меня все еще двойной прыжок есть, вау. Я так себя убью сейчас, да. Определенно. Двойной прыжок, возможно, стоит снять. Такая мысль. В общем, веселая штука, и она дамажит врагов, если я на них падаю. Довольно веселая штука, и этого с вами тоже можно красить. Нефига собирать мои деньги. Это мои деньги. Денег, конечно, с этого с вами мало падает. 6 за 2 убийства. Но все-таки. Ну и Квип Ниндзи, он, по-моему, дает... так, шанс не потратить метательный предмет, окей. Мне казалось, он давал тот же самый... А, нет, это не он давал, это... Понятно, это когти скрафченные. По максимуму давали такой вот дэш, как у щита Ктулхи. Ну ладно, неважно. В общем, такие вот боссы. И такое вот веселье. Это я сюда выложу. В принципе, один из щитов я могу, наверное, продать. Или даже оба щита я могу продать, у меня все равно круче. Гель я тоже один могу продать. Крюк я тоже могу один продать. Полный набор этой хрени я себе оставлю. Но один полный набор, остальное я тоже могу продать. Естественно. Корону я оставлю, а потом, может, еще раз его засумоню. Потому что это все дропы, которые с него падают, насколько я помню. Солидифайер я поставлю вот сюда, и теперь я могу сделать... Слаймовые блоки, которые работают как обычные блоки, то есть я могу из них дома строить. И... По-моему, из них же на воркбенче я могу строить... Ну-ка. Или, нет, здесь же из них я могу строить всякую мебель. Там стулья, двери и прочую хрень. Ну ладно. Мне нужен еще один дом, который я за кадром сделаю. Возможно, из кусков слайма. Почему бы и нет? Точнее, мне нужен даже еще не один дом, потому что у меня сейчас все занято. А, NPC еще будет несколько. Дриада. Что она продает? А, эта хрень убирает corruption. Семена травы обычные. Подсолнухи. Эти хреновины. Это что-то делает с грязью, я не помню точно. Семена тыквы. Окей, куплю парочку, пусть будет тыква. Стены из цветов и прочей хрени. И вот такие вот плантробоксы. Это, по сути, аналог горшков, потому что я могу сделать из глины, которой у меня нет, правда, скорее всего. В общем, я могу делать горшки цветочные, в них сажать всякие растения. Или я могу делать эти плантробоксы. Плантробоксы лучше, их я не могу делать, правда, их я могу только покупать, чем они лучше. Они являются еще и платформами, то есть горшки нужно куда-то ставить на пол. Плантробоксы, на них можно стоять, их можно ставить в воздухе. И что угодно с ними можно делать, и с них можно спрыгивать. Причем, да, на них написан какой-то конкретный тип растений, то есть Daybloom плантробокс, там еще какой-то. Но это ничего не значит, это просто они визуально будут отличаться, но сажать в них можно что угодно, куда угодно. Ну ладно, если я не забуду и мне будет не лень, то за кадром я сделаю себе какую-нибудь ферму чего-нибудь. Также я посажу слева, наверное. Вправо я буду строиться. Слева посажу немножко тыкв. Я не помню, зачем они нужны и нужны ли они вообще зачем-то. Ну пусть будут. Мне не жалко. В общем, я, во-первых, отсортирую инвентарь свой, во-вторых, я попытаюсь построить какую-нибудь ферму растений, чтобы потом алхимией более плотно заняться. Если не забуду это все за кадром сделать. Ну или, может быть, потом в другой раз. И в следующий раз я, наверное, буду убивать в корабшине червя. Босса. Я не хочу его убивать, он страшный. Но надо. Что поделать? И потом в следующий раз я, наверное, после этого или даже после червя сразу же еще раз пойду в джунгли, потому что там мне хочется еще пару вещей поискать и подобывать. Ну и, в принципе, мне нужно под землю, потому что у меня нет ботинок.
на скорость бега, у меня нет там кучи всяких тренингов полезных, которые у меня вроде как должны быть уже на этапе убийства там второго-третьего босса. Но хотя червь пофиг, он... В общем... Он... от него не нужна скорость бега. От него бегать особенно не надо. От него можно прыгать слаймом. На нем конкретно можно прыгать слаймом. Упс. Нет, бабочка, я хотел тебя поймать, а не убить. Ладно. В общем, прыгать на нем своим — это довольно веселый способ его убийства, но немножко опасный. Хотя, возможно, даже менее опасный, чем просто так его убивать. Ну ладно. Также я, возможно, порыбачу за кадром и попытаюсь что-нибудь выловить полезное. Но на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Эми. Пока.